place, a new home for a while. Let me feel alive. Селфи с верблюдом. Мучик, 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 селфи с верблюдом, давай. Да, туман он как вопрос. I know man passing by. Life is good, best I've ever felt. Здесь динозаврики, оказывается, живут. Смотри, как симпатично. Скажи. И на фоне леса такое чувство, как будто ты реально в сказку попал. Мы в Эдинленде. Это такое место в лесу, где пахнет сказкой, свежим воздухом и практически нет людей. Или мы просто попали в праздники, что на Пасху, что все разъехались и осталось только парочку людишечек. Сюда можно доехать на машине. Здесь есть место для деточек, чтобы играть. Много-много экзотических и не особо экзотических животных. Здесь все чисто, убрано, аккуратно, приятно. Так, здесь можно выпить кофе, можно лазать по деревьям. Есть площадка для детей. Смотрите, какая она здоровская. Здесь что-то для детей, чтобы рисовать. Песком вы рисуете. Десене куни сип. Ты берешь себе песок любого цвета и рисуешь. А вот и картинки, которые ты рисуешь. Батуты для детей. Еще какие-то все полазать для детей маленьких. Можно резервировать эти столики. Вот видите, под навесом такие. Можно летать по деревьям, как Тарзан. И приходить, я не знаю, праздновать, например, день рождения с детьми. А вот такая вот площадка для детей. Ательер по рисованию. Вот в той стороне у нас мини-гольф. Вот там у нас еда. Блинчики и бургеры. Не самая полезная еда. Если вы сюда хотите прийти и что-то полезное покушать, то это не то место. Вот, кстати, мини-гольф. О, здесь даже учат. Учат. Пицца и еще что-то там. А, нет, видимо, и салаты есть. Только здесь цены запредельные. 40, 50 и 60 лей за какой-то бургер. Помимо этого, всего, что я вам сейчас рассказала, здесь вот эти домики сдаются в аренду, и их можно, в них можно оставаться на ночь или на какое-то определенное время, чтобы отдохнуть от всех и вся. Иди нюхай, иди нюхай. Нельзя, Амур. Сидеть. О, какая лама. Не надо ругаться. Они, видишь, пришли с тобой знакомиться, а ты сразу ругаешься. Симпатичный. У нас тут непонятно какой праздник. У нас здесь аллея танков. Мусумеск? Это что? Лада Турии. Румыни... Что? Оркинд. Это что за парк Улкару? Форцеле Орюнде. Экспозиция. Ну, короче, непонятно. Но здесь дети на танках, военные, собачники. Мой Амурчик идет красиво. Еще танки, дети. И какие-то машины. Красивые одетые женщины. Я хочу Амурчика на танке сфотографировать. Если найдем какой-то танк. Прикольно. А так тут целая вся аллея. Прикольно. Но мне кажется, нам не нужно здесь... А там можно еще, можно, наверное, внутрь зайти, да? О, да.
ты? Мы приехали в крупнейший заповедник зубров в Румынии. Место называется Зимбрерия Неагре. В этом заповеднике проживают около 35 зубров. Я решила, почему только фотографии надо делать. Вот я на фоне с зубром, с амурчиком, на фоне с зубром. Зубр чешется, а мы тут... Этот заповедник находится на расстоянии 80 километров от Бухареста. Единственный способ добраться до этого места будет только на машине. Нам очень повезло, потому что из 35 особей к нам пришел один, да еще и так близко. Этот заповедник расположен на 160 гектарах земли. Это сколько нужно было удачи, чтобы из всего этого большого пространства к нам пришел хотя бы один. Все остальные были в лесу. У нас тут, короче, супер ситуация. Закрыли целую дорогу для того, чтобы люди могли себе что-нибудь пожрать купить. Это называется стрит-фуд, что-то там. И цена такая доступная, очень приятная. Хотя зависит, в какую машину вы заглянете, потому что я здесь вижу и 30, и 35, и 40. За хот-дог? Он 39-43, какой-то бургер за 43 лея. Здесь можно покушать, там у нас музей. Здесь у нас динозавры, музей с динозаврами. Одежда даже есть. А мы сюда пришли с собачками гулять. У нас организованная прогулка. Я когда заработаю себе много денег, я себе куплю такую машину. И еще у нас тут бургер 41 лей, 38 лей. Светюлечки, сладости. Сколько стоят сладости? 20-30 лей гогоши, 30 лей, 23 лей еще какие-то гогоши. Мороженое и кучу людей. И наши собачки. Амурчик, молодец. Я настроена положительно, ничего не покупать. Поэтому мы продолжаем нашу прогулку и просто смотрим, пускаем слюни. Держим деньги при себе. Так, я соврала. Здесь пиздец дорого. Извините за мой французский. Но просто такие цены за какую-то вафлю. За что? С нутеллой я себе дома за 5 лей приготовлю. 40 лей! Вечером гуляем и проходили мимо одной аллеи. Я смотрю на дерево, а здесь на дереве построили дом. Это в парке Выкарешт. Что-то вроде платформы. Ты думаешь, что она здесь давно, и мы просто не знали о ней? Ну ты смотри, какая прикольная. И этот и крышу вот сделали. Ой, смотри, тут есть качеля даже. Ты думаешь, она меня выдержит? Стрёмно. Потому что высоко, а я, наверное, боюсь высоты. Mm-hmm. А теперь надо бы сюда как-то... Сейчас. Что там, Костя Мур? Эй, Костя, да? Костя делает отжимания? Да, ты жрёшь траву, Костя делает отжимания? Амур, а ну давай. Где Костя? А ну покажи мне, где Костя? Ой, Амур, прыгай на Костю. Прыгай на Костю. Прыгай. Смотрите, какой красавчик. Знает свое место в этом мире. В турбине самолета. Такой ты молодец, Амур. Вот здесь еще другой самолет. Жаль, что внутрь нельзя залезть. Мы поменяли местоположение. Теперь мы под крылом
возле турбины. Два экземпляра лучшего собачьего поведения. Молодцы! Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride.